И в дальнейшем, если вы захотите, мы сможем с вами уже контактировать, развивать это направление дальше. Я сейчас оформляю стены. И, знаете, как бы эффект просто ошеломляющий. То есть все приезжают, дизайнеры тут с Диснея, ведущие, инженеры, они ходят, как малые дети, смотрят на то, что у меня получается, они в шоке. Ну, как бы в приятном шоке, потому что раньше это все рисовали, это все время, это большие деньги. А здесь технологии, раз, два, все готово, мы сидим и покупаться успели на море, и покушать, и поспать. Игра, мы в свои ворота играем, то есть как надо, так и поворачиваем. И ценник ставим так, какой нам надо. Задавайте вопросы, спрашивайте, и мне интересно дальше развиваться в этом направлении, потому что на самом деле очень большие перспективы. Казалось бы, да, роспись стен, вот, и общаясь с классическими художниками, они такие, я рисовал, это не работа, это подработок. Но и вот заходя в вот такие огромные, да, если ты правильно себя преподносишь, опять-таки это эволюция, не будет так просто, раз, я хочу и получилось. Это эволюция, это знакомство, это постепенно, маленькими шажками ты подходишь к вот таким большим трамплинам. И тут очень, когда общаешься с людьми, очень много разных примеров.